Так. Аккуратней. Да блин, опять не получилось. Надо вашими ножницами. Есть. Этими у вас не получится. Так, внимание, что мы тут видим? Итак, что это? Черепашки-ниндзя! Точно? Да, Слинка. Сейчас посмотрим, что это за черепашки-ниндзя. Смотрите. Это будет отдельное видео. Так. Это кто? Сплинтер. Да. Мне Леонардо, я люблю это Леонардо. Кто? Это? Ниндзя какой-то. Это просто ниндзя. Нет, это робот-ниндзя. А это кто? Это Микеланджело. Микки. На. Ну, это лучше, чем киндер-сюрпризы? Раф. И они дешевле стоят? Донни. Мне Донни, я люблю тоже Донни и Леонардо. Я люблю Донни. Ну как? Так, дай посмотреть. Кстати, что? Кстати, вообще без запаха. Вот такой набор пришел. Тут 4 черепашки-ниндзя. Этот вот... Как крыса это? Сплинтер. И какой-то ниндзя-невидимка. Стоил набор где-то рублей около 200. Сейчас модно в яйцах, в сюрпризах за 70 рублей. Такой фигурки. Сейчас дети найдут фигурку, и мы сравним. Какая лучше? Ну это вот она реально жесткая. Вообще запаха никакого не было. Жесткая, и в то же время ноги, они такие гнутся. Ноги гнутся. Вот черепашки из киндер-сюрприза. Во-первых, они. Да, больше не надо. Как на шарнирах такие. Ну тоже. Сама фигурка крепкая. Но вот то, на чем они держатся, конечно, оно долго не продержится. Вот зато в киндер-сюрпризах есть Шреддер. Да, это Шреддер? Да. Такой. Но это из киндер-сюрприза. А еще из Лего покажи. И Лего черепашка. Ух ты! Леонардо. Точно. Ну да, точно помню этот набор. Ну, он какой-то строгий. А здесь черепашки ниндзя, они какие-то добренькие, да? Не только. Нет, черепашки ниндзя, они все время. Это какой? Веселые. Веселые? Ну вот смотри. Угу. Вот эти вот добренькие. Вы довольны таким набором? Да. А этот Шреддер, да? Это не Шреддер, это Сплинтер, учитель. Да. Он ученица. И ниндзя-невидимка. На-на-на-на-на. Шреддера не жалко, да? Куда ты упал? Так, вот. Все. Ставьте лайки.